Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан и Хамик, да, он вернулся, я об этом буду говорить всю неделю, я не знаю. Да, заходи в портал. Так, портал. Ты опять против меня? Да, и мы играем... Нет, давай в другую карту, лявы пиши. Лявы. Ве. Так. Вот, так, выходи, вот. Что? А тебе... Да. А почему я тебя не вижу? Нет, все. Давай, назад. Не сюда. Сейчас скажу, какой. Последний, вот этот, последний. Последний, давай напишу. Пришел мне микшер второй, то есть я смогу записывать. Я уже как сказал. И после того, как я улучшу компьютер свой, я не знаю, я постараюсь за июль, может, август. Ну, в августе мы уедем на 2 недели, наверное. Вот, но мы так сделаем, что будут выходить серии, по крайней мере, по одной. Вот. И за июль, может, август постараюсь улучшить себе компьютер. Мы сможем снимать с двух камер, что ли. Вы будете смотреть от меня, и кто хочет от камеры смотрит, кто хочет от меня. Я надеюсь, так получится у нас. Вот. Но это ничего сложного, это, в принципе, просто, что я буду тоже записывать. Посмотрим. Вот. Но этот самый микшер уже пришел мне сегодня. Я его спасу. В понедельник заберу. Я второй микшер. То есть я буду вот этот микрофон переключать на другой микшер и записывать. Итак, мы продолжаем играть на Кристалликсе Вар. Ты че разговариваешь, очень... не про игру, что ты не говоришь? Ну, а что по... И также у каждого классов появились очень интересные, так скажем, изменения в оружии. И вообще там на букву Q активируются различные умения. А что-то как-то тут никого нету. А вот есть. Я просто что-то как тут не знаю. Ты убил кого-то, берсеркера. Да. О, кто-то флаг пронес. За что у меня снайпера нету? А сколько мне осталось? Да. Так, ой, я человечка тут убиваю. Давай. Так. Я в него попал. О, у меня одна жизнь осталась. А как мне? Таблетки. Я не могу таблетки. Нужно 50. Чего? Голода этого получается? Ой. Чего опыта, 50? Опыта. У меня 51. Нет, ты должен навести на вот эту штучку. Нет, Q нажать. А, во. Наконец-то. И меня убили. Я научился делать... Это регенерацию, меня убили. Нормально. Так. Мне осталось 6000 до нового класса. Так. Давай. Я думал, давай, а ты же за нас. Ты же за меня. Я быстро тебя почему-то бегу. Я не знаю, ты же хамер, ты же быстро бегаешь. Так. Да блин, я в дупло врезал. А почему здесь вот та карта, там сразу как-то воюем, а здесь как-то долго? Ну, потому что это... Хочешь, на ту пойдем? Мне это не нравится тоже. Не, ну раз начали уж играть, что? Давай закончим раунд и пойдем на другую. Ну да.
Здесь, видишь, здесь пока дойдешь до этого, как он называется-то? Может, до... пойдем снова на ту карту? До врага. Давай на ту снова карту пойдем, она интереснее. Да? Да, там... Там просто сразу можно спрятаться с нычкой, обойти сзади. Ну давай, как писать, Ливи? Ляво. Ты сейчас хочешь? Ну ладно. Ляво. Так, назад. Сюда, где да. дерево, где дерево? Так. Первый портал. Первый даст? Да. Ну даст, ладно. И в портал. И в портал. Ну, эта карта не хочет, чтобы мы с тобой были. Она говорит, нет, мы не будем. Нет, хамик будет меня убивать постоянно. Ну да. Да, я тебя преследовать буду. Расследование началось. А мы же... Вы нас зажали. Мы вас зажали, нормально. Да блин, тут читеры прошли. Симонсы всякие. Так, мы вас зажали, это хорошо. Да блин, да у него дабл клик что ли, или трипл клик. Или... Да его нереально убить. Я тебя убил. А, ну конечно, да. Я тебя не убил, ну блин. Убил? Нет. Меня кто-то убил. Да блин, я тебя не убил. Или убил? Нет. Вперед! А кто там по небу летает? Это такой класс есть, ниндзя. Класс по небу летает? Класс ниндзя. Ниндзя? Камер, нет! Пожалей! Ну вот, вот так вот убил меня. Я только начал жить. Я только... Я молот еще, да? Я еще... Ну, я уже не молот. Так. Я молот, я лопата. Так. Да блин, Симонс опять. А кто опять летает там? Да Симонсы всякие летают. А как они так прыгают? Ё-моё, я тоже хочу такое. Это скаут. Скаут? Он быстро бегает. У него скорость 3 и прыгучесть. Ничего себе, я тоже хочу так по крышам бегать. Вообще прикольно. А там еще папа, тут еще ниндзя есть, он просто может за край мира улететь. Да? Да, он просто круто класс, я его люблю. Я раньше за него играл, просто повышился. Он может зелье яда кидать. Давай, выходи. А он спрятался тут, представляешь? За этим, за камешком. Давай, вот он. Он как-то в полу, да? Подожди, я тут бою. О, я тебя убил. Да как? Ой, меня убил этот на крыше какой-то. Это скаут. Скаут. Мужик на крыше. Ты меня слышишь? Мужик на крыше. Кто меня за... Это все кончилось или что? Да, я умер, когда количество. Фу, я запутался. А вы два раза уже выиграли. Я запутался в головах каких-то. О, привет. Что меня постоянно убивают? Почему меня Симонсы убивают? Я только начал жить, ребята. Так ты где? Входи давай. Мы тут втроем тебя поджидаем. Не надо меня поджидать, я сам себя поджидаю. Поджидаю. Ой, джедаю. Давай. Я поджидаю. Давайте. О, лок премиум, крау. Кристалликс. У него лок, что-то написано. Лок премиум. Это что у него? Он плащ себе сделал. Кристалликс написал. А он может кристалликс писать? Не знаю. А у нас кристалликс? У нас кристалликс. Угу. Нам Костя дал сам лично его это собственно сделанный плащ. Руками? Руками. Или пальцами? И пальцами, и руками, ногами. Подписал кристаллик. Да где читер? У меня в какую-то банку кинул в меня, ты представляешь? Какую? Это алхимик. Какую-то синюю в банку у меня по это голове... Это алхимик, он кидает по голове зелье. Кинул мне банку, а я умер. Нечестно банками кидаться по голове. Я вообще в кого-нибудь попаду. А что ты не выходишь? Ага. Я бедный этот, как он называется? Крестьянин? Кто вообще? Ну, крестьянин, понятно. Кто это с первый класс-то? Как называется? Базовый. Я базовый класс. У меня никаких нету навыков. Меня убьет каждая белка. Давай выходи. Выходите там, кто там? Выходи ты. Да как я выхожу, если я базовый? И что? У тебя же меч есть. Меч есть, как будто его нет. А кто там ножки чьи я вижу? Пятки. Это не мои. Не твои пятки? Нет. Кто-то вышел. У меня стрела мимо полетела. Мне кто-то вышел, кто-то вышел. Опять читеры. Я стреляю через нашего человечка. Да эти читеры меня надоели. Кто-то на крыше там, видимо, бьет. Это я там на крыше стою. Ты на крыше? А я просто в толпу стреляю. Смотри, этот бешеный человек у вас. Я просто в толпу стреляю. Оп. И где? Кто? А, это ты что ли? А, ты чё? Где?
Вон. Я тебя убил, да? Да. Да здесь наших просто много. У тебя пол хп осталось. А, ой, и меня, я не знаю кто. Я сам себя убил. О, все, что-то закончилось. Вы выиграли или кто-то. Давай обратно все. Да ты опять против меня. Опять против тебя? Папа, что это по другой тактике? Не туда иди, можешь по этой тактике идти, там... А я знаю, что... Ты что мне... Я же знаю эту карту. Я же в Counter-Strike 20 лет играл, ну... Ну что, а ты... 50 лет в Counter-Strike и... Сколько там вас? И 40 лет в Анигили... Сколько вам вас? Майнкрафт. Я ухожу отсюда, все, я убегаю. А, меня убил. О, ну я кого-то убил, ура. Я убегаю отсюда, они меня убьют. А, плохо. О, слушай, у меня этот опыт накапливается, это со временем? Да... Когда ударяешь? Когда ты в бою, у тебя опыт кончится. О, я думал, это враг, а это наш, представляешь? Я в нашего стрелял. Пил. Так. О, слушай, смотри, у меня накапливается. О, я ж могу сейчас нажать это, как бы, кью, да? Ну, у тебя хп похилится. Ну, я же и хочу... А! Да ты мне не надо... Ты мне таблетку не дал съесть. Негодяй, негодяйский. Негодяй. Ты Негодай. Негодуй. Негодяйский. Он меня троллит! Я напоролся на этого, на локера какого-то. Он с плащом, локер. Да. Ребята, забивайте локера. Да он читер, вот этот Симмонс. Симмонс — это телефон. Симмонс? Да. Да, этот вампир, мы его убили. А где ты? А, вот твоя ты. Твоя жертва пришла. Нет, уйди, хамик, дай мне пожить. Не дал опять мне таблеток съесть. Да что ж такое-то, а? Я тебя буду преследовать. Мне дашь съесть таблеток, хлеба, булочки, пиздили. Это кто вообще, знаешь, нет? Слушай, он на крыше стоял, меня убил какой-то мужик. Он тебя убил даже? Мужик, так я, он уже... А, я игра знаю. Закончилась же. А, это Карлсон. Да? Был, он на крыше живет, я понял. Карлсон, не убивай меня. Карлсон, я малыш, ты Карлсон. Тут в темноте кого-то бьют, я ничего не вижу. Вы кого бьете в темноте, мужики? Так, давай, выходите. парень. Выходите. Ребята, локер. Сидим, локер. Локер, Симмонс, уйди отсюда. Да блин, у меня стрела между ними пролетает. Что ж такое? Симмонс, убейте Симмонса. Да блин, вот так. Да я косю. Сердце. Я косю. Да блин, я косю льда. Убей меня, я тебе поддамся, давай. О, надо же, я в код попал там. О, меня убили, ура. Я в код попал. Давайте, выходим. А, ты там, вон ты, я вижу твою красную голову. Я выйду отсюда. Красная голова, иди сюда. Я слышу. А, меня сейчас убьют тут. Нет, я хочу. А, мне как кью. А, кью, во. Я вылечился. Ура, ребята, я вылечился. Я умер перед тобой. Ты вылечился? Да я что-то косю. Косю? А я косю, меня какой-то банкой опять кинули из-под анализов. Ну что такое-то? Ой, я в тебя попал. Не, хамик. Подожди, дай ты мне пожить-то немного. Хамик, у меня стрелы кончились. Ты что такое? Я. У меня стрелы кончились, ты понимаешь? Я в тебя луком кидался просто. Луком. А что ты мечом меня не бил? Я же не видел, что у меня стрелы кончились. Я луком кидался репчатым, огурцом и репкой. Папа, у меня на одно хп меньше, чем у вас, у тебя было преимущество. Йо, значит, что, это мы кончилось, что ли? Мы выиграли, проиграли? Нет, мы выиграли. Да не ты выиграл, а мы. А мы не ты? Да, ты меня запутал. Мы не мы, ты думаешь, легко не мыми быть? Мы не мы. Да этот Симмонс. Симмонс, телефон, тебе телефон замучил? Давай тебе другой телефон возьмем. Да. О, я попал. Там мужик шел в темноту, а я не ожидал, а я в него попал. О, я еще в кого-то попал. Nokia, Simmons, Samsung, LG, Galaxy, та... Мне полсердца. Я ничего не вижу, что такое случилось? А тебя алхимик стрельнул. Алхимик, зачем ты меня стрельнул? Смотри, папа! А? Смотри, на человека он вверх ногами ходил. Это в смысле баг? Он, смотри! Смотри, как он ходит. Я вижу, но это глюк. Это дети тети Гали, галюники. Так. Ать! Ай-яй, меня кто-то сзаду бьет. Сзаду. Кто меня сзаду бьет? Мне опять какой-то кинули банку с растворителем. Алло, ребята, зачем вы кидаетесь банками? Вы какие-то баношники. Все, Симмонса убил. Телефон Симмонса. Нет, хаммер идет, атакует. Хаммер не атакует меня. Да. У
У меня все кончилось, что могло кончиться. У меня все кончилось. У меня кончился лук. Локер идет в бой. У меня кончился лук, меч. Локер. Пишет, а вы куда дальше? На Аннигилейшн. Почему? Ну, мы дальше на Аннигилейшн в следующей серии. А что ты пишешь? А что? Спрашивают, вы куда дальше? А где? Аннигилейшн. Тут нет, тут просто Хаммер пишут. Написано Титан и Хаммер. Вы куда дальше? Я говорю, на не написано. Ать! Ать! Я АФКшу, не мешай. Ну что ты во время битвы АФКшишь? Погоди, а где тут написано, что спрашивали? Не написано, что ты врешь-то? Ну, значит, у меня глюки тоже пришли. Дети тетя Галя. А что такое дети Галя? Галюники. Так, давай, давай, давай. Где ты там? Не АФКшь. Нашел время, когда АФКшь на варе. Я, говорит, пришел на вар поиграть, поафкшить. Ну, какая-то белка, слушай. А кто это? А, это девочка. Девочка-белка? А! Нас тут атакуют. Нас на спавне застряли нас. Тьфу, застряли. Зажали на спавне. А мы тут вашу позицию держим. Ну, так нечестно, вы нас на спавне зажали. Они вас отвлекают. Мы вас отвлекаем, мы заняли вашу позицию. О, я два раза попал в какого-то человечка. Я буду бить воздух. Ребята! Так. Они нас зажали. Папы там нет. А, у меня... Вообще, слушай, вот вы сейчас выиграете, по-моему, что у нас тут это вообще... Рашим! Слушай, давайте с этого двери. А кто меня сверху кто-то бьет, что ли? Я не пойму. Опять Карлсон? Симмонс! Какой Симмонс? Nokia. Карлсон, отдай Nokia. Тут Симмонс мешает. Да что ты? Симмонс, Nokia. О, привет. О, Хаммер, давай иди сюда. Тебя ждет моя. Да, уже тебя никто не ждет, не моя. Не моя никто. Давайте, выходите, вы где вы тут? Да почему выходи-то сам? Кто меня опять сверху? Меня опять Карлсон бьет. Что такое? Что за Карлсон? Карлсон это с пропеллером, живет на крыше. Толстый мужичок. Толстый мужичок с пропеллером. Выходи. А у нас лежачий полицейский, хотел сказать. Лежачий человечек. Он лежа, представляешь, ходит. Это Бак, ты видел, да? Да, видел. Он тоже передо мной. Ну, он зато ходит, лежа. Да кто мне опять банками стреляет под анализом? Я тебя вижу. Карлсон, не стреляйся банками. Я тебя вижу, Титан 72, Рус. А, меня атакует какой-то этот. Я вижу, тебя бьют через стену. Меня бьют через стену? Или ты... О, опять меня убили. Все, да? А, нет, еще? Не закончилось? А, все закончилось. Давай. Закончилось? А, подожди, ну все у нас. Этот, подожди, две минутки. Давай выйдем в это, в лобби-би. В лобби-би. А я вот так вот вышел. А я вот так... А я пешком пошел. Ты телепортировался, а я пешком. Ты понимаешь, у меня ноги устали. О, я вышел. О, я тебя вижу. Ты меня не отгонишь. А что это за серая? Это надо покупать в изумруде. Лошадь можно покупать за лошадь. Деньги. Не, а ну-ка, скажи мне, как посмотреть это? Статистику? Ну да. Вот, нажимаешь это. Что нажимаешь? Что нажимаешь? Блин, нет, надо зайти в бар и посмотреть статистику. Да? Вот, просто зайди в бар на любой сервер. Вот, на любой. Вот нажми. Нет. Вар. Любой, куда хочешь. Так. А, нет, да на второй. Так. И чё? А, вот, напиши /stats. Stats. Ой. ИЕВК. Stats. Статс. Статс. Неправильно. Статс. Вот так, смотри. Сейчас напишу. Статы. И что? Вот так. Ну? Неправильно говорит. Вот так. А я как написал? А как написал? Статс. Стат. Вот это для чего? Для кого? Вот где? Вот эта штучка саморода для кого? Нажми на нее. Вот статистика. Так тебе. Зачем? Ты мне говоришь... Да я забыл. Ну ладно. Доступно 2460, боев 18. Доступно XP 1000. А сколько у тебя убийств? 2460. А сколько у тебя убийств?
А, побед 6, убийств 64. А смертей? 153. А у меня 1000 смертей. Нет, а что я могу купить? У меня 2400. А ничего, надо 7000 купить какой-то класс. А, ну ладно. Да, то я долго буду сама. Ну все, спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Следующие серии будут, скорее всего, я не знаю, Annihilation. Сейчас посмотрим мы. Вот, Хаммер вернулся, все будет весело и хорошо. Вот. Всем спасибо, кто смотрел. А я уже говорил, да? Я второй раз, да, пошел? То есть это я, как бы кто, может, первый раз не слышал, я еще раз, да, повторяю. Надо микрофон откнуть. В общем, всем спасибо, всем пока. Хаммер, прощайся. Всем пока. Ну, всем пока, да. Ты как зеваешь. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.